Кузнецкая обувь, одежда из Кузнецка. Эти слова на слуху у многих пензенцев. Второй по величине город области давно зарекомендовал себя как центр предприятий легкой промышленности. В этой отрасли занято более 800 человек. За машинами и станками на фабриках больше всего женщин. Некоторые признаются, что влюблены в свою профессию. Интересно. Нравится мне вот работать именно с тканью. Изделие, чтобы такое красивое получилось, чтобы каждый раз, чтобы еще лучше и лучше все получалось. Предприятие, на котором работает Валентина Гордеева, специализируется на пошиве верхней одежды для детей и взрослых, изготовлении спецодежды. Заказчики у нас с различных – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. В зависимости от того, с кем мы заключим договора. На сегодняшний день мы ищем более выгодных заказчиков, те, которые будут давать хорошую цену, интересные модели, большие объемы. Самое крупное швейное предприятие Кузнецка посетили губернатор Иван Белозерцев и председатель законодательного собрания Валерий Лидин. Осмотрев швейные, раскроенные и экспериментальные цеха и ознакомившись с продукцией, гости побеседовали с руководителями производства и сотрудниками. В центре внимания планы на будущее. Например, здесь готовится к выпуску собственной линии одежды. Аналогичные стратегические задачи решают руководители предприятий легкой промышленности, чья продукция была представлена в фойе творческого центра «Родина». Здесь губернатор порекомендовал, как можно привлечь в отрасль больше молодежи. Идея пришла из-за того, что с кадрами большая проблема. Может быть, выпускники, например, которые выпускаются, вот 25 человек, вот для того, чтобы они пришли к вам или к кому-то, мы им, например, ну как вариант, сейчас обсуждаем, из бюджета, например, будем доплачивать какую-то сумму денег в месяц. По словам главы администрации Кузнецка, такая помощь производителям была бы большим подспорьем. Но вот тот, так сказать, факт, что на профессиональном празднике к нам прибыли первые лица области, губернатор Иван Александрович Белозерцев, председатель законодательного собрания Валерий Кузьмич Лидин, говорит и об уважении действительно и к городу, и к коллективам предприятий, которые работают в нашем городе, и вообще об отношении к городу. Нравится мне здесь Кузнецке, люди нравятся. Я вот сегодня посетил ряд предприятий и вижу, что и кадры опытные есть, которые работали еще в советское время. Они говорят, мы никуда уходить не хотим, даже если заработная плата будет больше, потому что мы любим эту профессию. Губернатор призвал представителей бизнеса и местной власти содействовать развитию объектов легкой промышленности. Спрос на качественную обувь и одежду будет всегда. В этот день заслуженные награды к профессиональному празднику получили 70 человек. Елена Моисеева, Юрий Шипунов, телеканал «Экспресс».